Мы это уже проходили, Коннор! Если вы меня слышите, мне нужна помощь! Вы Курт Коннор, блестящий ученый! Да, вы ошиблись, но все еще может кончиться хорошо! Вы хотите, чтобы семья запомнила вас таким? Хвост — это проблема! Подумайте о жене! О сыне! Мы нужны им! Ваш сын не должен расти без отца! Боритесь! Ради него! Не сработало. У меня противоядие! Позвольте вам помочь! Хватит меня бить! Только так можно вас свернуть! Мы уже давно могли с этим покончить! Да стойте же! Спустить его! Только так можно вас свернуть!
с этим покончить! Да стойте же! Я спасал вас раньше! И спасу еще раз! Я могу вас вылечить! Просто помогите мне немного! Еще и полиция. Люди, назад! Не спеши! Мешайте! Издеваетесь, Коннорс? Вы знаете, что я этого не хочу! За ящерицей! У меня нет на это времени! Коннорс! Ну, держись! Игла не может пробить кожу! А! Черт, игла застряла! А! Мне очень нужен этот антидот! Вол! А! Вот черт!
некуда! Это так клёво и так мерзко. Ладно, если иначе нельзя, я буду драться. С хвостом эволюция явно перестаралась. А ведь я столько вам помогал. Могли бы хоть раз помочь мне в ответ? Какие острые шипы! Я и забыл. У него же новая фишка. Вы слишком слабы, чтобы вернуть себе контроль. Я вас пинками наружу вытащу. Понятно, почему семья вас бросила. Потому что вы слабак. Они боятся вас. И вы это знаете! Режим! Я так больше не могу! Я даже не для себя стараюсь! Вы нужны Гарри! Помните его! Он умирает, но! Я не могу его потерять! Только вы можете ему помочь! Ему нужен костюм! И лишь с вашей помощью он его получит! Его рот! Можно ввести противоядие в десна, если подобраться поближе!